Всем привет, ребята! С вами я, Кирилл, и сегодня мы будем лепить Наруто. Для этого нам понадобится оранжевый, черный, бежевый, желтый, белый и голубой. И давайте начнем. Так. Скручиваем вот так. Вот так. Сейчас мы будем прикреплять руки и ноги. Делаем вот такие штучки. И делаем вот такую веревку. И так на всю ногу. Так, теперь делаем ему ногу саму. Вот здесь такие пальчики. Теперь делаем вот так. Это у него будет нога. И так делаем мы два раза.
Дальше мы прикрепляем эти две ножки ему на ногу. Ну и в дело пошли сами руки. Сейчас его будем делать. Блин, доска. Берем шарик. Он совсем шарик. И начинаем делать пальчики из него. Вот такие все видно. Так. Такие делаем два раза. Вот что у нас из этого получилось. Делаем вот такое крепление для головы. Ну и, конечно же, прикрепляем шею. Дальше мы по шее ставим вот такие вот полоски вокруг шеи. И вот что у нас получается. Дальше мы делаем саму голову Наруто. Катаем шарик. Теперь делаем нос. Вот такой. Теперь делаем ему рот. Где мой ножичек? Вырезаем ему улыбочку. Дальше берем черный цвет. Вот что у нас получается. Дальше мы делаем ему глаза. Вот. Дальше делаем ему... Короче, дальше делаем глаза. Вот такие у нас получаются глаза. Дальше самое сложное – это прическа. Сначала мы прилепляем ему вот такую штучку. Потом мы берем, вот он здесь лежит, желтенький цвет, сосисочку. Катаем и сплющиваем. И дальше делаем ему вот так на затылке. Далее берем серый цвет, катаем сосиску и снова сплющиваем и прицепляем ему вот так на голову. Это будет его такая повязка. Дальше берем такие вот штучки и налепляем ему на голову. В конце... Для вас одна секунда, для меня это целый час. Буду ему такие штучки делать, типа ручки. Вот такая голова у нас с вами получилась. Как я заморочился с этим символом. Вы не представляете. Это было просто муки какие-то. Далее опять делаем такое крепление, но только на голову теперь. И прикрепляем голову. Ну и вот он, наш герой. Ну и дело остается за малым. На ногу ему прикрепляем вот такую вот штучку. Ну и на ногу ему катаем такую сосиску из черного пластилина. Сплющиваем. И хобана. И вот он. Вот так вот, ребята, мы слепили Наруто. Ну, а если вам понравилось это видео, то пишите в комментариях, как вам мой Наруто. Крутой ли он у меня или нет. Ну и ладно, ребята. Всем удачи, всем пока-пока.